Активисты Харькова и Днепра объединились для развития национально-патриотического движения в Украине. Волонтеры организовали экскурсионный тур по историческим и культурным местам Харьковщины для детей из Днепропетровской области. В программе «Аэродром Коротич» Харьковского аэроклуба имени Гризодубовой. Гости из Днепра приехали в Харьков на 3 дня. Ребят в возрасте от 7 до 18 лет приняла благотворительная организация. Их поселили в реабилитационном центре для участников АТО. Это дети из домов семейного типа Днепропетровской области, из профтехучилища, команда одна из победителей в Днепре игры «Сокел Джура». И это коммунальное предприятие «Дивокрай», которое работает в творчестве с детками. По словам волонтеров, этот тур – первая ласточка большого проекта по знакомству детей с Украиной. Увидеть самые интересные достопримечательности Харьковщины в числе 40 визитеров из Днепра посчастливилось Егору. Парень активно участвует в военно-патриотическом движении и с отличием учится на железнодорожника. Поэтому, говорит, больше всего ему понравилась экскурсия в Харьковский музей паровозов на ЮЖД. Кроме этого, ребята побывали в зоопарке, поиграли в гольф, съездили в усадьбы и посмотрели экспозицию Музея Второй мировой войны на высоте Конева. Я не знаю, как раньше, вот война тоже там была. Ну, сейчас просто так все хорошо знают, то есть там вот сфотографировали, да, вроде человек есть, а вот завтра его уже нету. Тут, конечно, ну, печально. В числе заключительных экскурсия на аэродром Коротич. Здесь ребят знакомят с музейной стоянкой авиатехники, а также действующими самолетами и вертолетами. Водят по летному полю и рассказывают основы подготовки к парашютному прыжку. Гостям показывают, как регулируются полеты и на чем учатся летать будущие военные пилоты Украины. Кто-нибудь из них, если в душе зацепится за вот эту авиационную жилку, и семя, так сказать, мы туда бросим, и оно прорастет, и кто-то пойдет в авиацию летчиком, техником, там, неважно кем, диспетчером, кем угодно, то это уже будет большое-большое дело. Чтобы защищать Родину, надо знать, что ты защищаешь. Поэтому мы такой планируем цикл экскурсий по Украине. Мы хотим показать действительно, чем является Украина. Это очень талантливые люди, это очень большая и очень длительная история. Реализовали проект за средства Днепропетровского областного бюджета. В планах у волонтеров ответный визит харьковских детей в Днепр. Сейчас активисты думают над названием своего проекта и планируют туры для детей разных социальных категорий по достопримечательностям Запорожской, Полтавской и Сумской областей. Анна Симоненко, Александр Лагутин, медиагруппа «Объектив».